привет на канале Мотори. Сегодня в работе у нас Infiniti QX70. Автомобиль уже разобрали, поверхность подготавливаем, проклейки, все обезжириваем. Ну так выглядит штатная шумоизоляция, голое крыло, ничем не обработанная арка изнутри. Стороны багажника достаточно так все неплохо завибрено. По правой стороне автомобиль достаточно комфортный, но частый гость, потому что хотят дополнительную шумоизоляцию, создать еще больший комфорт данному авто. Так выглядит шумоизоляция по салону, завибрено гидроматериалом, но никаких шумопоглощающих. Разобраны двери авто. Двери вообще пустые. Двери требуют особого внимания, чем мы будем заниматься. Потому что здесь у нас голый металл. Барабанные двери, шум улицы, вибрация. Все это у нас в салоне, как следствие. Передняя водительская. Вот такая вот картина. Вот небольшой кусочек вибра, который уже отклеивается, отваливается. Вибра тонкая. В общем, смысла в ней нет. Все, приступаем к работе.